люблю эту пышную штуку. Наконец-то мы провели тест на этот гапдроп, с которого мы уже прыгаем несколько раз. Да, кстати, это эпичная штука. Если некоторые мелкие умеют прыгать ее, то тогда пожалуйста. А так я не знаю. Разгоняешься сверху и просто взлетаешь. Ну, штука классная. Ну и там, в принципе, я тоже съездил, ничего особенного. Только вот это мне больше понравилось. Потом так. Но мне немножко удалось прыгнуть прямо. То есть не туда, а прямо. Ну, даже не знаю, что сказать. Такое себе нормально, короче. Прыгнуть ли прыгнуть? Прыгнуть у меня удалось. Но, конечно же, жестко из-за вот этих вот приземлений. Очень эпичная хреновина. Это просто жестко. Очень жестко, ребят. Но зато трек офигенный просто получился. Скоро будем снимать гонку на всех типах трека. У нас, по-моему, их раз, два, три, четыре, пять. Великолепная пятерка. Ну что ж. Этот проект полностью мы закончили. Ну, я думаю, там так. Всем прозвиняется фигней. Ну, думаю, нормально, мы оставим это. Ну, хрен оно нам надо. Просто разгоняемся. И взлетаем эпично. Это просто супер штука. Эпичная штука. Всем пока, с вами был Джоб 2.0. Всем привет, сегодня первый день, в котором мы сегодня будем проходить первый раунд из четырех трасс. Первая, вторая, третья, затем там четвертая будет еще. В общем, будет все супер. Сейчас начнется самая простая практика. Все, ребят, короче, я разогрелся по полной программе. В общем, все идет просто идеально, супер. Прыгнули даже четвертый дроп, красный. Да, это было жестко, но я довольно его прыгнул неплохо, потому что разогрелся на вот этих двух. Иначе без них никак, просто я бы падал и все. Но на этом маленьком вылете так ничего, можно попрыгать. Ну, разгоняешься на первом, потом на втором и на третьем. В общем, начинаем мы лютую жесть. Действительно, лютая дичь. Короче, сейчас все объясню, что произошло на четвертом треке, первом раунде. Блин, это было гениально просто. Но на видео, я надеюсь, довольно хорошо снял, как это произошло. Действительно, ни один из райдеров так сильно не сможет прыгнуть, потому что это, блин, опасно очень было. И довольно слишком.
что мы тут каменюков берем. Объясняю. Прыгнул, короче, с красного дропа. Затем, слишком, не знаю, зачем-то я сильно так пыльнул вот на этом дропе, то есть на вылете. Это вылет, на котором я никогда не прыгаю. Вот. Сюда видите здесь, да? Это вылет, на котором я никогда не прыгаю. Посмотрите на мои следы. Просто от скорости. Я взлетел и не знаю, что это было такое. Я просто прыгнул и вон там приземлился. Это было очень сильно. Ну, там, наверное, на кадре мы покажем повтор. Это было дико, просто жесть. Вот здесь мы абсолютно стали потихонечку спокойно, нормально съезжать. Дальше, самое интересное. Когда я прыгнул с этого вылета на полной скорости, мы тут еще находим чей-то бампер потерянный. Наверное, кто-то ехал вот здесь. Тут или тут, а на повороте. Кто-то потерял его. Может, и не нужен. Запарил, наверное. Дальше, смотрите, самое интересное. Что на велосипеде? У меня отвалились детали. Никто не угадает, какая из них. Сейчас будет небольшой фокус. Вот эту фигню в 1.5 метрах от тропа, на котором я прыгнул. То есть от вылета я нашел его. И еще небольшая трещина. Пипец, просто взрыв какой-то по полной программе. Я серьезно. Лютая дичь. Это было просто мощно. А, мои любимые. А, на этом вылете мы не будем прыгать, потому что он простой. Там раз, два, да и поехал, все. На этом довольно-таки неплохо. Это я снимаю ролик эмоций моих. Как, что это было, твою мать, с утра. Это просто дичь какая-то лютая. Я разогнался случайно, просто прыгнул на этом вылете. Блин, я не должен был на нем летать. Просто не должен был. Кошмар. И сам в шоке до сих пор от этого. Ну, на этих так ничего. Тут просто немножко, я не знаю, как объяснить, что там высоко, что ли. Короче, вот такая хреновина. Ну все. На сегодня мы пока заканчиваем первый раунд из 4 треков. Следующий раунд я не знаю, когда будет, но мы сегодня снимем полностью, целиком фильмец о нем. Погнали. Всем привет. У нас сегодня будет небольшой сюрприз. Что, готовы это увидеть? Это же все-таки наш любимый проект. И он готов. Задача наша — съехать со спуска и прямо на этот красочный вылет залететь. Да, это было просто сейчас эпично. Когда разогнался, ну да, видно тут, когда поехали, вот мои следы прокопанные, да. Я просто хрен знает, как-то я залетел на него. Да это не просто хреновина. Это такая штуковина, с помощью которой можно просто взлететь. Да, я это сделал, конечно, но... Пара дощечек поломанных. Это разметка с покрышек я сделал. Вот эту вот разметку. Ну, это так, чтобы, если что, пулять вот сюда, потому что здесь повыше, а тут пониже земля. Вот это я насыпал для того, чтобы увидеть, где я смогу приземлиться именно еще раз и сейчас. Да, кстати, это было эпично. Когда я приземлился, где-то вот здесь вот, вот этот вылет, а вот тут вот. И что у меня всего получилось? Я когда приземлился, а там-то впереди ямка раз, и впереди ямка два. И получается, я как на пружине на передней, ну, ну вы поняли, на амортизаторе на переднем. Просто вот так вот поскакал и ушел вон туда в кустике за портфель. Да, это было
Прикольно. Сейчас я вас подниму наверх, вы посмотрите, как это выглядит сверху. Что мы тут поднимаемся, прокопано. Да, кстати, новая дорожка. Спуск. Но не забывайте, что мы находимся прямо рядом с вот этой трассой. Да, кстати. Да, пальцы пыльные. Не мог зум никак убавить. Съезжаем прямо вот с того старта. Вот так вот. Или можно наоборот с той стороны. Вот так вот. Съезжаем сюда. Но готовьтесь. Вот здесь вот небольшой бугорок такой. Вот. Стою между ним. И мы смотрим прямо вниз. Вот такой вот проход. На этот гэп дроп. Блин, это просто капец. Но сильно эпично. Но зато хорошо то, что он ну не вот такой ровный, а вот такой вот согнутый немного. Для четкости ровности. Я когда вот здесь остановился, но потом решил поехать. И дал немного скорости. Что в этом получилось? Все офигенно просто. У меня велосипед просто вот так вот на козла взлетел. Гениально. Я думаю, сейчас будет еще эпичнее, чем сейчас думаете. Сегодня, наверное, не знаю. Но там еще надо призем доделывать. Если мы призем сделаем, то вообще ништяк будет. Здесь все выгреблено. Камни, не камни. Вот эти вот. Вот это вот подсыпано немного так, чтобы не это. Это опасно. И где-то там еще опасно будет. Фигня. Хотел я вот здесь вот. Ну, хотел я, короче, взять всю землю вот отсюда сюда накидать. Чтобы можно было ехать со старта примерно. И вот так вот спрыгнуть и поехать сюда. Но тут-то не то. Вот этот большущий камень. В общем, я его не могу никак поднять, но для этого понадобится лом. Я не знаю, короче. Он сильно тяжелый. Очень. Сейчас мы идем по моей дорожке. Где я, как обычно, съезжаю. Там, видите, прям на скорости. Ну, вот так вот примерно. Тут, видите, как бы склон. Там вылет вот это вот. Большая красивая штука. На которую можно просто взлетать. Гениально. Но опасно. Это надо мутить гонку целиком, для того, чтобы я так сосредоточенно проехал. Также здесь небольшой вылет. Я на нем один раз прыгнул. Соскочило заднее колесо. Вот так и получилось, конечно. Неудачно. Фигня была. Что у нас тут вообще? Но очень страшно. Прикинь, ты когда вот отсюда, как в рампейзе, так вот съезжаешь. А, кемзинг. И пошел по самой, на, типа, гэп-дроп. Да, я, кстати, думал об одном спуске. Подъезжаем вот так вот. То есть вот здесь вот подъезжаем, спускаемся и прям вот по этой дороге туда съезжаем. Но фартанет нахрен. У меня не такие резкие тормоза, чтобы мутить такой трэш. Ямка. Ну вот такой, короче, это мы. Я сделал так, чтобы можно было не вылететь туда. А подъезжаешь, вот я уже первый раз, когда поехал, прямо вот по этой линии. Спуск. Опять опасность. Там еще опаснее. Ну, это тоже так немного подделано. Мы тут съезжаем целиком. Тут сюда как-то начинаю потихонечку. И поехал я. По самые не хочу. Да.
страшно. Сюда сам, ну, как бы тоже ничего. А тут не стоит, тут, ну, я не знаю, это те, кто может спрыгнуть или там еще что-то. А я вот отсюда вот съезжаю потихонечку. Ну, представьте старт. Летим. До 10 минут. Туда мы подъезжаем вот сюда. И съезжаем вот здесь. Но хотелось бы, конечно, тут, но не фартанет нахрен. Съезжаем тут. Обычный спуск, кстати. Дыряемся и стараемся не ехать в камень. Поворачиваем сюда. Съезжаем с этого спуска. Давайте сделаем типа вид со шлема. Вот так вот. Съезжаем мы такие, да? Такие, едем, едем. Хотите тут по ровной, хотите по вышке. Эта фигня, наверное, мне понадобится еще. Я не стал ее выкидывать. Там еще доска какая-то. Ну, короче, такие, типа, туда летим. Там обычно спуск. А здесь просто эпичная хреновина. Да, мы тут спускаемся по полной программке. И валим вниз. Так, ну я что-то еще немного очкую, блядь, такое. Боюсь немного. Да, можно еще раз было бы попробовать, но не так сильно разгоняться, чтобы аж по полной программке. В общем, ребят, вы все видели, да? Сейчас самое последнее. Так, когда я проезжаю вот сюда вот, до конца на спуск. Здесь тоже вот обычная хреновина, летим по полной. Ну и короче, туда съезжаем. И там финиш, и там кольцо такое. В общем, на сегодня весь обзор. Всем пока. Сейчас будет снято на другую камеру. Мне это уже садится. Всем удачного просмотра, ребят.